Доброе утро. У меня утро, а у вас доброе время суток. Сегодня опять задержалась немного. В 9 часу приехала. Никак не могу 7 часов вырваться. Отец возьмет в 6 часов, включит радио, всех поднимет. 7 часов спать лягет. Я встану 7. А он спать лягет. Вот начинаю завтрак готовить, кормить, мыть. Ну, в общем, поить, кормить. И потом уже только сюда. Смотрю в окно, уже люди все. Вон соседи. Все уже в огородах. И там с квартиры все уже ходят в огородах. А я только заявилась. Жарко. Ну, облака. Тучки, дождик собирается. Я вчера тут 3 рядочка огребла. Сегодня остальные 3-4 огребу. Глядишь, и добью до конца. Там поставила воду греться. Постирать надо, не повезла в квартиру. Здесь на старенькой маминой машинке постираю. Дождевой водой. Ну все. Пойду огребать. Пойдемте вместе. Посадила 5 ведер. Вот здесь 4. И там ведро. И вот теперь работу себе создала. Зачем столько много? Жадность губит фраера, потому что в прошлом году все затопило, была без картошки, покупала в магазине купила, она вся сгнила, я не успела ее сварить-то, немножко там, несколько картошинок успела, остальная вся сгнила, всю выкинула, она твердая, вообще нехорошая какая-то, как камень в магазине-то, и вот теперь посадила, чтобы лучше пусть останется, чем не хватит. Тут трава уже чистила ее, а после дождя она опять вся встала. Или другая уже выросла. Траву не выношу. Здесь ее оставляю. Это же органика. Удобрения органические. Пошла вот так. Тяпка была сломана, все тяпки сломаны, все лопаты ремонтировала сама, ставила вот сюда череночек. И теперь вот смотрю, сколько же она у меня проработает, прослужит мне. Видите, камни, одни камни, он что нанесло с горы, глина, все застыло, вся глина, так тяжело, земля мокрая, глинистая. Чё, моя хорошая, сегодня ее оставила, вчера уходила из дома, она куда-то спряталась, но цепь не захотела, сегодня пришла, она бегает у меня тут, лежит возле забора. Что легла? Некогда мне с тобой пузико тебе гладить. Пузико хорошее. Хорошая собачка. Не ходи, уходи. Не топчи мне, не топчи тут. Ходи по дорожкам. По дорожкам ходи. Не мешай мне. Иди, гуляй. Иди. Вот ты бы умела траву дергать. Дергала бы. За что я тебя кормлю? А, чуча? Вот за что я тебя кормлю? Надо ускоренную съемку там. Ускоренная, это она быстро. За 30 секунд 3 часа работы снимает. 3 часа поработала, 30 секунд получилось. Все быстро. Посмотришь со стороны, то все легко и просто, быстренько.
А на самом-то деле это все труд, тяжело. Прежде чем огрести, надо еще траву выдергать, согнуться каждому гнезду. Мурка, Мурок, Мурзик ты теперь, Мурзик у нас. Все ко мне пришли тут. Охраняют все меня. И так пойдешь до конца. Это широкая полоса. Всегда нам казалась большая и длинная. С неохотой шли на эту широкую полосу посередине. А по краям там две узенькие. Мы всегда начинали копать, садить, огребать с этой широкой полосы, чтобы самую тяжелую, трудную работу сделать сначала, а потом уже пойдет на убыль, полегче. Вчера еще вручную серпом косила траву, сделала себе работу. Косилка электрическая, магазинская, это поработала одно лето, даже не все, половина до наводнения до ливня. А потом леска закончилась, новую купить не могу, и теперь она у меня лежит для красоты. А я вручную серпом теперь буду траву косить. Физзарядку себе сделаю. Сначала как-то тяжело идет, а потом разработаешься. Оно легко начинает, уже как бы втягиваешься в процесс. Сегодня забыла таблетки выпить опять. Спина уже заныла. Один рядок еще не прошла, спина уже заныла. Опять забыла таблетки-то выпить, пока старика. Но таблетками тичкаешь, думаешь, ну сейчас сама выпью. И все, побежала скорее, бегом, так заполошенная. И забыла выпить. Мелоксикам пью. От спины. Вот все, уже спина заныла. Так, сейчас отдохну. 5 минут. И продолжу дальше. Пойду посмотрю воду там. Как бы никто не залез под кипятильник. Такая у меня конструкция. Кипячу воду кипятильником прямо в машинке. Удлинитель 40 метров купила для косилки, косить огород, а теперь он мне пригодился для машинки. Машинка старенькая мамина. Работает уже лет 30 или, не знаю, 50 может. Вот эта современная, две у меня вот таких уже современных. Одна вот эта поменьше, другая побольше. Центрифуга сломалась. А это уже и полностью вся сломалась. Поработала лет несколько. Но не постоянно она работала. Машинок же много. Там две, здесь две. И еще одна малютка где-то беленькая. А где она, кстати, беленькая малютка-то у меня? А, она в кладовке. Надо, кстати, ее достать, проверить. 5 машинок, на всех стираем. И все равно ломаются. А это вот работает себе. Пожалуйста, сейчас нагреется вода и буду стирать. Ну, постираю робу, в которой здесь работаю. Шторки. Дом-то побелила. Покрасила. Помыла надо. Шторки повесить. Что, моя? Тебе тоже надо показать? Показать. Жарко тебе.
Жарко. Кузя, ты молодец у меня. Ты хорошая собака. Молодец, хороший. Да, да. Улыбается. Ты мой красава. Ты красава. Сейчас соседка кричит меня с дороги. Лена! Но я бросила работу, да вышла к ней. Она говорит, деньги переведи сыну с моего телефона, с моей карты, ему на карту на счет. Я говорю, ничего себе. Говорю, я не умею. У нее детей много, не знаю, какому сыну она переводит, у нее их шестеро или что ли. Какому она ребенку переводит. Он потом откажется, скажет, а я не получал никаких денег, она от тебя перевела себе на свою карту. Правда же, всякое же может быть. Я говорю, я не умею. Говорю, 100 рублей только могу перевести, и то со своего телефона, если ты мне дашь наличкой, допустим, 100 рублей. Я так делала уже на работе. Тоже у нас есть старички там, которые не умеют переводить деньги только через... Ну, им дети тоже кладут. А тут что-то не переводят. Они меня просят на работе. Я им со своего телефона, со своего счета карты перевожу. И они мне наличкой отдают. Вот так я говорю, я могу сделать. А с твоего телефона, с твоего банка, с твоей карты на карту сына, это говорю, я такое на себя не возьму ответственность. Потому что не знаю твоего сына. Молодежь сейчас ушлая пошла. Скажут, а я не получал, как у меня дочка одна говорит. Я им отправила детские. Получала здесь, отправила. Им еще больше, чем... Ну, там, допустим, хвостик с хвостиком, а я округляю, добавляю деньги, отправляю свои еще. А они мне потом еще и говорят, а мы не получали, а я не получала. Одной отправила, чтобы она поделила, ну, чтобы комиссию не платить на двоих. Думаю, чтобы поделят. А вторая приспособила, присвоила. А вторая говорит, первая говорит, и старшая говорит, а я не получала, отправляй по новой. Родные дети вон что творят. А чужие это... Что ждать от чужих? Так что меня мои дети научили. В отказную пошли так, что и чужие могут также пойти в отказную. Говорю, я не умею, переводить не буду. Она говорит, ну пойду к другой соседке. Но не знаю, пусть идет к другой соседке, пусть переводит ей. Там молодая, говорю, умеет. Я говорю, не умею. Только 100 рублей могу со своего перевести. В общем, открестилась я. Как вы думаете, правильно я сделала? Напишите мне в комментариях. В конце хочу закончить свой репортаж с огорода на веселой ноте. Вот у меня огуречики зацвели. Уже я их подвязала. Тут маленькая собачка копала ямы. Видимо, закапывала кости или хлеб. Я все закрыла. Ну и это лучше, чтобы не испарялась влага лишняя. Ну и удобрение от бумаги будет сверху. И трава не будет расти сверху. Еще накидаю. И так вот будет она у меня весь сезон. Помидорки тоже цветут уже. Перчики. А вот это баклажанчики цветут у меня. Здесь. Перчики. Я ничего не обламывала, никакие коронные. И у меня вот уже вот какие перчики. И вот. А как название-то? Название-то сейчас посмотрим. Это просто желтый. Он желтый, правильно желтеет. Желтый. А вот этот у меня самый здоровый, большущий. Этот сибирский. Вот какой здоровенный. Сибирский. Тут вот подписанный у меня. Так, сейчас цветочки. Еще покажу. Они уже у меня несколько дней цветут. Хризантемка что-то плоховато, но набирает. Набирает много, но скоро зацветет. Будет красиво. Вот цинния. Тут уже чистила траву, а все равно она уже наросла после дождя. Вот сколько цинний. Вот это бархатцы желтые. Красивые. Тут
Вот какие бархатцы красные. Канна еще не думает, но к концу лета, наверное, зацветет, когда эти отцветут. Все, циния. Циния, канна, хризантема и гладиолус. Гладиолус растет, но, может быть, еще до августа будет. К сентябрю, к первому сентябрю будут цветочки. У соседей коровушка пришла. А ихний пес лает на корову, на их. Сказал бы ему, что это свои, нельзя. А он молчит, ходит. Я своим скажу, свои, они не трогают своих. Ну все, до свидания. Буду дальше работать. Солнце еще высоко. Солнце высоко. Негры, работайте. Я уже загорела, как негр. Вот тут уже два рядка огребла. Сегодня, вчера три. Тут уже пять. И осталось еще. Тут траву дергала руками. Она уже опять вся выросла. Маленькая, большую выдергала. Ну, в общем, можно тут ходить часами. Тут косить буду. Эту траву уже зацвела. Косить буду вручную. Там вчера ковер маленький стирала. Вот здесь. Большой вперед днем. Или двумя днями. Раньше выстирала этот маленький вчера. Там еще меньше один половичок лежит в ванне. Надо стирать сегодня. Сейчас вода согреется. Ну, в общем, до свидания. Небо чистое, голубое-голубое. Мы не поклонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с рекоробом наврешь. И делай с ним что хочешь. Ха-ха. Пока.